чем прикол? Смотрите, смотрим на этот кадр. Здесь уже, правда, поддымливать начало, но мы это упустим в момент. Здесь та проблема, которую я вам услышал, когда вы снимаете в лесу. И это та проблема, когда вы вообще снимаете любые сложные текстуры. Кирпичная стена, просто сцена, которую вы снимаете грязная и насыщенная всякими там паттернами, текстурами. Не знаю, куда смотреть. Что происходит? Смотрите сюда. Вот здесь что где? Вот этот вот куст, он где? А вот эти вот ветки, они куда? А вот это в километре отсюда или совсем близко? Нифига не понятно. А как только мы с вами надымили, благодаря дыму и тому, что он рассеивает свет, и благодаря его плотности, мы сразу видим, как пространство кадра строится. Посмотрите, насколько он сразу стал киношным. Да, нарочито киношным, потому что использовать дым можно в двух случаях. Либо мы используем это как спецэффект, в данном случае это у меня не спецэффект, это часть атмосферы. У меня типа, ну, как... На свете, на таком, на очень кумарном на свете. Вот. И также это может использоваться как спецэффект, когда в клипах будет цветной дым и так далее. Но я